А ну вставайте, блин! Одевайтесь, валите отсюда нахрен! О, живой. Живой, но это ненадолго, если мне тут игроки придут, спалят всех нас тут. Никита, вы вообще кто такая? Я Матильда. Я с Платоном. Сына, а дыня есть? Вставай! Ты просыпайся, давай, помогай мне! Подай, пожалуйста, платье. Че ты пялишься? Ты бы рожу видел? Довольно. Как мой батя, когда пивка. Да пошел ты. Слушай, а что у вас там с Ленкой? Серьезно или так? Да хрен его знает. Думаю, да. Ты это, смотри там, понял? Ну что, я здесь не серьезно. Так, ну что? Что, кого ждем? Приисков там, я не знаю. Ты не посмотри какой-нибудь телефон? Я знаю, что это серьезно. Да, короче, все крайне вообще. Да, понял. Они мужики. О, дрочер, что в свет вернулся. Ну чё? Чё? У кого-нибудь можно переночевать в ближайшие лет 5? Мать орала. Сначала батя, мать держалась. А потом, когда с балкона вышла Матильда, так разошлись. Матильда. Понятно. Матильда. Здрасте. Какой чудесный костюм грибника. Что вы тут делаете? А меня Герман Алексеевич попросил. А, чтобы нам слишком весело не было. Нет, чтобы я присмотрела за детьми. Это элитная школа. А дети могут почувствовать себя ущемленными. Это может вылиться в агрессию. Так что да, ваша идея отправить их туда, мне кажется, просто чудовищной. Представляете, а вот позвали бы меня вчера на чай, и все идеи казались бы намного лучше. Ребят, доброе утро, коллеги. Ну что, все готовы быть быстрее, выше, сильнее? Все шапито в сборе. Антон, я как командный психолог обязан быть рядом. Я, между прочим, всю ночь собирал плейлист для поднятия боевого духа. А? А где наш автобус? Герман Алексеевич сказал здесь ждать. Это же не наша машина. О, классика. Какая команда, такой автобус. Ну что стали-то? Залезаем. Мне через час надо в крематории быть. Крематория. Ну, последний путь. Надо драма. Так чисто, аж насрать хочется.
Может, кого-нибудь в заложники возьмем и бабла потребуем, а? А я вам говорила. Идите, разминайтесь пока. Тесто, сколько в этой школе учиться стоит? Пойду руки помою. Ой, можете даже не торопиться. Анюта! То ли я с тюрьмы так и голодал, то ли ты стала еще краше. Просто вау! Ковалев, давай без этого, а? У тебя был шанс. Я знаю, и очень жалею, что его упустил. Но не по своей вине. Я ждала тебя в раздевалке после финала голая, а ты уехал на банкет. Вот тут наши показания расходятся. Это ж не я уехал, меня увезли. Команда хотела просто лично поблагодарить автора победного гола, вот и... А меня заперли в раздевалке и выпустили только на утро. Ты одна здесь? Больше журналистов не намечается? Вряд ли, они какой-то фигней заняты. Чемпионат мира по хоккею. Слыхал? Че расселись, нищеброды? Газон испачкаете. Че ты сказал? Я его сейчас твоей кровью испачкаю, Клоу. Легкая атлетика сейчас не очень популярна. Ну, там просто нет денег. Но я теперь понял, что деньги не самое главное в жизни. Главное то, чем ты действительно занимаешься. Вот это важно. Так и запиши. Ковалев очень многое понял. А у вас там еще и бои без правил в программе, да? Нет, только бег и эстафета. А что? Твою мать! Стой, 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 стой! Красотка, твой телефон? Нет. Чей телефон? Че валяется? Что тут происходит? Петрух, здорово. Да все в порядке? Все в порядке? Явно не все в порядке. Что случилось? Он меня толкнул. А чё на мне палит? И чё телефон мне не разбил? Блин, да за свой телефон больше переживаю, чем я за яйца. Мне его мама подарила. Ты вообще знаешь, что такое мама? Ну что? Каре! Води. На трибуны пошли! Пошли, 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 пошли! Когда мы договаривались, ты сказал, что гарантируешь, что все будет под контролем. Я гарантирую, смотри. Группа Б на трибуны! Петруха, сорян, я им реально вставлю по самой небалу. Ты, смотрю, прибавил? Привык с футбола на лавке сидеть, а? Ты давай за своими этими следи лучше. И я не Петруха. Всю жизнь был в футболе Петруха, а сейчас что изменилось? Все изменилось. Теперь я директор. Петр Владимирович. Петр Владимирович, директор. Давай так. Если мои сегодня выиграют, ты Петруха. Давай. Только вряд ли получится, Антош. Ты просто не видел, как мои от ментов бегают. Угу. Угу. Анют, такой в первый раз. Думаю, это, может, не надо писать, а? Извините. Вы нам не поможете? На старт! Внимание! Давай! Давай, как будто у тебя спальтуха в кармане! Арсений, 10:30. Ты что, мать допинга берешь с ромами кормить? Да нет, это аминокислоты. Хочешь? А это мой личный тренер. Мать моя и бабки платит. Вот она и носится, как ошпаренная. Отрабатывает. Ты что, мать олига? Ну, типа того. Давай, Крочер, быстрее! Давай, Крочер, родите! Ну, какая борьба, а? Это во время матча? Съели, а? Поздравляем! Какой-то знакомый ваш? Журналистка со спортканала. Понятно. Ой, я даже боюсь предположить, что вам там понятно. А скажите, вы расстроились из-за того, что дети проиграли, или из-за того, что Аист плохо напишет? Чего? Конечно, из-за детей. Вы... Чего? Ну, мне просто интересно, зачем такой человек, как вы, волонтерит в нашем центре? Вы меня раскусили. Все дело в вас, Вероника Александровна. Я специально приехал в центр, чтобы с вами замутить, потому что просто очумел от этой вашей красоты или что там у вас. Вы знаете, я... Антон,
А. Дело есть, пойдем. Иду. Вы там подумайте пока. Возьмите чайную паузу. Эрик, выйди и расскажи. Он еще и Эрик. У меня украли телефон. Окей. Мы считаем, что это твои. Фига. Ну, наконец, что-то интересное. Не понял, с какого это? Не, ну, учитывая, что у вас за центр, какой контингент, родители. Ничего себе, он нас определил. Петрух, ты что, обалдел? Вот я из детдома, я у тебя что-то крал? Не заводись. Мы просто осмотрим каждого, и все. А что, где искать будете? Трусы снимать? Тихо, Платонов. Вы вообще понимаете, что вы унижаете детей? Тихо! Я никого обыскивать не дам. Вы кто, менты? Мне придется их вызвать, если мы сами не решим вопрос. Может, я чувствую, не надо, пожалуйста. Хорошо, Петруха, я тебя понял. Иди сюда. Жень. Давай успокоимся и сами решим. Петр Владимирович, и у вас есть час. Присели пока. Что, как материал назвать? Бывший футболист учит детей воровать? Ты ментов дождись, а потом называй. А я вас предупреждала, что эта среда может спровоцировать на кражу. Но кого это волнует, когда можно пропиариться на детях, да? Да еще не факт, что это не вы украли телефон. До свидания. До свидания. Есть идеи, кто? Не, я не знаю. В глаза мне смотри. Ты уговор помнишь? Помню. Но я не знаю. Хорошо, кто? Может, Гена? Не, в его состоянии. Никитос, больше всех активничал. Может, поэтому? Ну, а кто это? Девчонки, что ли? Лена? Я не знаю. Фил. Я не знаю. Хорошо, узнаешь сразу ко мне. Ребят, надо что-то решать. Менты нам тут нафиг не нужны. Поэтому кто взял телефон, так скажите. Не, ну реально, ребят, давайте признаваться, кто спер. Мы не сдадим. Подкинем назад эту херику, типа нашелся, и все. Это не я, честно. И не я точно. Фил, ты что залип? Смотрите, Ленок на охоте. Ладно, тебе человек спонсор ищет. Этот еще и красавчик. Блин, брат, я бы на твоем месте напрягся. А ладно. Пусть общается. Ты же не со всеми, с кем общаешься, трахаешься. Ага, только перед сном под одеялом. Да ладно тебе. Кто-то верит в Будду, кто-то в гороскопы. А Фил в Ленку. Народ, скоро приедут менты. Никто точно не хочет сознаться. Да что за Гонева? Может, он его тупо потерял? А может быть, ты его тупо забрал? Я? Нормально, а как насчет презумпции невиновности? Ты вообще знаешь, что это такое? Это надо кричать, когда тебя в автозак сажают. Вот. Я попытался. Лена телефон сперла. Чего? В смысле? Она сегодня утром матери дрожащие серьги взяла, сейчас мобилу. Как ты? Подожди, ты мне только что сказал, а... Теперь просто пришел и сдал свою девушку? Какая она мне девушка, вон, пускай с ним сладким зажимается. Антон? Да. У нас одна версия появилась. Так, какая версия? Девушка, можно вас? Кого, Лену? Да я не знаю, вот эту девушку. Меня. Да-да. Можно вас попросить открыть сумку? Стоп, Петруха, мы договорились, ой, я тебе хорош. Никого не дам обыскивать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Главное, чтобы отстал. Эрик, это твой телефон? Да, мой.
Блин, самый большой камень отвалился. Мама тебя уроет. В смысле, да вы чего? Да это не я, да. Это уже будешь в полиции. Антон Владимирович, правда не я. Спасибо за контент, Антон. Да это еще ничего не значит. Ребят. Че так тупо-то, а? Нахрен она это сделала? Слушайте, может быть, у нее климакс? Просто я читал, что женщина во время климакса сама не своя. А зачем ты вообще про климакс читал? Да он, походу, когда гуглил, климакс и клитор перепутал. Петруха, подожди, ну какая полиция? Ну мы же нашли телефон, все, инцидент исчерпан. Ни хрена ты придумал. А если бы твои зэки тут убили кого-то? Тоже обнялись бы и по домам пошли. Ты понимаешь, еще один привод, и ей светит реальный срок. Ты как, нормально будешь спать после этого? Что? Так я и поверил. Она в вашем центре не за красивые глаза. Не первый раз ворует. Так, и что делать будем? Подождите, давайте подумаем. Ну, если бы Лена реально украла телефон, она что, просто спокойно бы сидела на лавочке? Я понятия не имею. Отлично. Весь день ходили, умничали, а когда дело дошло, язык в одно место ушел. Мой язык вас не касается. Очень досадно. Давайте хоть немного не о сексе. Короче, я что хочу сказать. Лена не первый день ворует. Ну, она бы сныкала его куда-нибудь, а потом просто перед отъездом взяла и все, поминай, как... А не пошла бы сосаться с... Фил! Когда Лена сосалась с этим, не знаю с кем, она была с рюкзаком? А с рюкзаком типа неизмен? Типа, покажи мне этого парня. Вы знаете, потеря — это всегда тяжело. Но такая потеря — это просто невыносимо. Таких людей, их же уже больше не делают, понимаете? Как точно, как точно. И теперь наша главная задача — сохранить память о нем. Поехали. Пора. Наумчик. Поехали, поехали. Слышь, рюкзак открой. Я? Ага. Чё? Я сейчас Петра Владимировича позову. Давай. Петр Владимирович! Чё? Петрух, иди сюда. Чё они хотят от меня? Молодец, что предложил. Антон, ты чё творишь? Слушай, есть предложение. Давай мы в ответ одного из твоих обыщем. Зачем? Мы же выяснили, кто вор. Тем более, чё бояться. Чего? Ну, хорошо. Все, то есть ты даешь добро? Да. Так что, Петр Владимирович, я не понимаю, зачем это? Рюкзак, чё ты? Да вы же знаете, что сделает моя мать, когда узнает об этом, а? Опа. Ну, я так и знал. Пухлый твое? Охренеть, да. Ой, это же мои наушники. Я их месяц назад потерял. Я не понял, Лена телефон сперла, сладенький алмаз? Дрочер, ну ты просто Шерлок. Антон. Так. Ты прости за это недоразумение. А что ты передо мной-то извиняешься? Ты перед ними извинись. Группа Б построились. Петруха, прости, Петр Владимирович, хочет вам кое-что сказать. Он хочет перед вами извиниться за то, что вас подозревал. Также он хочет извиниться за то, что называл вас зэками, да? Да. А еще он сказал, что закажет всем пиццу и пиво. Все, закажу. Че стоим? По домам. Пойдем, расходимся. Пойдем. Слушайте, Антон Вадимович, я насчет вас ошибалась. Это вы сейчас так подобрели, потому что пицца на подходе? Слушайте, а можно с вами о чем-то серьезном поговорить? Можем. Например, о сексе с вами. Хотите вы в жопу? Куда? Куда? В жопу? Вы слышали? Она человек!